Для начала зарядка, отжимания и прыжки. Занятия по общей физической подготовке для ульяновских школьников только начало. Эти ребята готовятся выйти на лед. Благодаря проекту «Хоккей доступен каждому» слабовидящие дети бесплатно занимаются адаптивным хоккеем. В программе три занятия в неделю. Физкультура в спортзале, плавание в бассейне «Спартак» и сам хоккей в «Акселе-арене». Дети хорошие, дети с какими-то вроде думали ограничениями, а у них и инициатива, и желание, скажем, заниматься спортом больше, чем порой у здоровых бывает. Вот. Поэтому хотим, чтобы эту инициативу все увидели, вот, также помогали таким же людям, детям. Адаптивный хоккей – это разновидность хоккея с шайбой для спортсменов с инвалидностью. Зародился он в США. Но в России направление также получило популярность. Ульяновск стал пятым городом, который подключился к реализации проекта «Хоккей доступен каждому». Главная его цель – социализация и реабилитация детей. Мы понимаем, что ребята с ограничением здоровья, у ребят есть определенные проблемы, нарушение координации в том числе, нарушение, в принципе, физических каких-то функций. И мы хотим им дать полноценное физическое укрепление организма. Здесь проект не про спорт высших достижений. Здесь проект про социальную и физическую реабилитацию ребят. Александр занимается хоккеем с 4 лет, хотя сам имеет инвалидность по зрению. Он, как никто, понимает, как тяжело порой бывает ребятам в обычной жизни. Но те, кто уже занимается регулярно, стали физически выносливее и научились работать в команде. У нас было желание уже давно, то есть мы уже где-то с 5 лет занимались на улице, катались в коробках. То есть он хотел, говорил, запиши меня куда-нибудь, чтобы на хоккей ходить. И тут к нам в школу пришли, как бы предложили. И мы начали заниматься. Сейчас в команде 10 ребят. Ограничений по возрасту и полу нет. Главное – желание. Активисты даже создали команду по адаптивному хоккею «Симба», чтобы участвовать в соревнованиях и чемпионатах. Анна Тищенко, Управда ТВ.